Итак, друзья, наш первый лауреат – душевно щедрый и абсолютно открытый миру. Именно таким и положено быть настоящему поэту в 10 лет. Итак, мы знакомим вас с Даниилом Хачатуровым, город Самара. Мир, в котором я живу, так красив и интересен. Много в нем стихов и песен. Это счастье наяву. Встречи с новыми друзьями. И цветы на праздник маме. Та вода, что с неба льется. Братик, что с утра смеется. Это счастье просто жить. Дружбой первой дорожить. Мир, в котором мы живем, делаем друзьям и сами. Мыслью, добрыми делами, пожеланием в Новый год. Так пускай же каждый год набирает оборот, радует нас наяву мир, в котором я живу. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, в котором проживу я. Даниил очень сильный мальчик. Потому что даже когда он был маленький, мы проходили всякие лечения, процедуры, он очень достойно их выносил. И всегда я даже не могла себе позволить слезу пустить, потому что видела, что ребенок очень сильный и очень старается не показывать свои боли. Всегда очень интересно заниматься с детьми, которые хотят учиться, которые интересуются всем. И вот Даня как раз такой ребенок. Была у него в репертуаре такая песня «Память Каруза». Когда он эту песню учил, ему нужно было войти в образ. И в этой песне главный герой уезжает далеко, навсегда оставляет своего близкого человека. И я ему сказала, говорю: «Данил, давай представим, что я остаюсь здесь, а ты навсегда уезжаешь в Америку, тебе сделают операцию, у тебя будет зрение, но мы с тобой никогда не встретимся». И когда он начал петь, он заплакал, сказал: «Я никуда не поеду, я не хочу ничего видеть, мне хорошо так». Я хотела бы быть примером для всех ребят, которые тоже имеют проблемы со здоровьем, но и для обычных ребят, которые стесняются, сидят дома, смотрят какие-то мультики в телевизоре. Я хотела бы, чтобы они тоже раскрывали свои таланты, ведь у каждого из нас он есть. Спросил я друга чудака, какого цвета облака? Скажи, куда они плывут? И где небесный? Черные, а жуть! Бывают алые чуть-чуть, плывут они в далекий край и знают, что такое рай, но грустно облакам слегка, что ты не видишь облака. Давайте поаплодируем Даниилу, человеку, который открыл наш праздник, будем так считать. Даня. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый мир, в котором проживу. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой, аллилуйя, 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 аллилуйя. Thank you.
Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый век, за свет моего кошки. Аллилуйя! 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 I thank you, God, for moon and sun, for the planets wandering, for every moment good thought you will give me, for light and shade, for joy and despair, for every harvest, present day, for every Даниил Хачатуров, друзья! Для вручения премии мы приглашаем на сцену Сергея Лазарева. Ну что же, друзья, Даниил получает от фонда президентских грантов видеоувеличитель с функцией читающей машины, поездку на детскую новую волну в Артек, а также денежную премию от фонда президентских грантов. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Привет, Даня. Я хочу сказать честно, что я восхищаюсь такими ребятами, такими детьми, как Даня. И я, не скрывая просто своих слез, сейчас смотрел на экран и смотрел этот видеоролик и слушал, как ты замечательно поешь, Даня. Я тебе желаю, чтобы все в жизни у тебя было хорошо. Ты этого заслуживаешь, как никто другой. Так что я тебе вручаю эту волну и поздравляю тебя от всей души. Спасибо огромное. Умничка.